Украли миллион. На выходных в Запорожье ограбили одну из квартир. ЧП произошло на улице Запорожской. Как говорят местные жители, в субботу вечером они увидели под окнами своего дома непонятную конструкцию. А на утро следующего дня с балкона второго этажа свисала веревка. Позже приехала полиция и стало известно, что из квартиры предпринимателя украли сейф. В нем находилось 30 тысяч евро и 30 тысяч гривен. По нынешнему курсу эта сумма составляет почти 1 миллион гривен. На месте работала следственно-оперативная группа, а хозяин квартиры от комментариев отказался. Вот под балконом, под белым, секция какая-то большущая стала. И дверь эта же закрыта, у них перегорожена, дверь капитально. Я думаю, как туда залезли. А потом, думаю, стоп, это же я все видела вечером, что там стояло, они приготовили. Коли господар квартиры повернулся додому, он повідомив, что у него зник сейф із великою сумою грошей. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вже і фіксувала факт крадіжки та спілкувалася із господарем квартири.